В законодательном собрании Ульяновской области состоялось внеочередное заседание. Депутаты рассмотрели и приняли поправки в областной бюджет 2022 года. Казна пополнилась на 1 миллиард 200 миллионов рублей, из которых 600 миллионов – федеральные средства и более 500 миллионов – дополнительные доходы регионального бюджета. Ряд внесенных изменений в бюджет коснулись коммунальной сферы. У нас добавляется в 2022 году более 125 миллионов рублей, что, конечно, меня как председателя комитета очень радует. Из этих средств около 20 миллионов – это привлеченные федеральные средства, которые пойдут около 10 миллионов на город Инзу, на благоустройство территории в рамках федерального проекта. Также около 10 миллионов рублей из федеральных средств будет направлено на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Федеральная помощь здесь оказалась очень своевременной. Из областного бюджета на решение социально значимых задач направят еще 105 миллионов рублей. 40 миллионов – областной водоканал, 30 миллионов – корпорация развития коммунального хозяйства. Ну, здесь эти средства пойдут на погашение задолженности и на зарплату. Поправки в закон об областном бюджете были приняты парламентариями в двух чтениях. Народные избранники также проголосовали за внесение поправок в устав Ульяновской области. Большинство из них носит технический характер. Устанавливается система органов государственной власти, она полностью повторяется. Это законодательное собрание Ульяновской области, губернатор Ульяновской области, правительство и иные исполнительные органы государственной власти, а также два государственных органа Ульяновской области. Это избирательная комиссия Ульяновской области и счетная палата. Депутаты также рассмотрели проект постановления об изменении в составе Комитета законодательного собрания по бюджету, соцполитике, государственному строительству. В завершении парламентарии поддержали внесение изменений в закон об основах социального обслуживания граждан России. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.